конце января в рамках межрегионального марафона «Достучаться до сердец» на территории соборной мечети Ускудар города Саранска прошла благотворительная донорская акция «Подари каплю жизни». Мероприятие было организовано по инициативе регионального духовного управления мусульман Республики Мордовия и региональной общественной организации мусульманок «Единство». Основная цель донорской акции – это пропаганда здорового образа жизни и помощь больным. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит, если кто-нибудь подарит жизнь одному человеку, то он равен тому, кто подарит жизнь всему человечеству. Своей кровью поделились и муфтий Зяки Хазрат Айзатуллин, и имамы-активисты мечетей. Опытные участники давали советы начинающим. Я уже не первый раз, это где-то, наверное, четвертый или пятый раз я сдаю кровь. Желательно после сдачи крови выпить чай и больше заниматься, конечно же, спортом, физической подготовкой, чтобы и кровь никогда не застаивалась, и более-менее поддерживать себя в тонусе. В акции приняли участие около 100 человек разных возрастов, национальностей и религиозных убеждений. Желающих принять участие было больше, но, к сожалению, мобильная станция не смогла в один день принять всех. Участвуя в благотворительной акции «Подари каплю жизни», хочется внести свой небольшой вклад в помощь людям, которые нуждаются в нашей крови, в ее составных. Нужно отметить, что недавно подобная акция прошла и в Центральной соборной мечети Саранска «Аль-Мансур». Таким образом, два духовных управления в Мордовии, которые имеют договор о взаимном сотрудничестве, на практике показали следование хадису пророка. Лучший из вас тот, кто более полезен для общества. Марат Салимов, Радмир Мусалов, специально для Нур-ТВ.